Привет! В этом выпуске посмотрим на противовозрастной крем для век «Клюква» от бренда «Лепрано». Бренд не веганский, но не тестирует косметику на животных, и этот продукт отмечен как подходящий для веганов. Я купила его на сайте Wildberries. Вначале мое внимание привлекла отличная упаковка. Алюминиевая туба объемом 15 мл с запаянным носиком, который можно открыть с помощью оборотной стороны маленькой пластиковой крышечки, находится в футляре из жесткого и плотного картона. Вполне экологичное решение. На тубе немного отклеиваются наклейки, но в целом продукт выглядит презентабельно. Должен стимулировать регенерацию клеток и выработку коллагена, восстанавливать упругость и эластичность кожи. Производитель характеризует его как ламеллярную эмульсию. В составе более 99% ингредиентов натурального происхождения. Средство содержит сок листьев алоэ вера, глицерин, масла шиповника, оливковое, примулы, кунжутное, жажоба, валан, витамин Е, низкомолекулярный гиалуронат, экстракты клюквы, липы, крапивы, зеленого кофе, березы, грецкого ореха, эфирные масла герани, можжевельника и прочие компоненты. Крем белого цвета по консистенции не густой, скорее легкий по текстуре. Средство легко распределялось и быстро впитывалось, не оставляя жирности. Не было ощущения стянутости, а макияж в основном не скатывался и не растекался. У крема присутствует легкий косметический аромат, скорее с травяными нотами, но не стойкий и не раздражающий. Крем неплохо увлажнял нежную кожу век, придавая ей мягкость и упругость, и эффект был достаточно пролонгированным. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео, и пока-пока!